Сразу хочу поблагодарить вас и ваших друзей за те письма поддержки, которые вы отправляли в мой адрес. В целом, если говорить об общем эмоционально-психологическом состоянии, то здесь все в порядке. Я думаю, что она гораздо лучше, чем у моих обвинителей и судей. Тем более, когда из окон корпуса на горизонте видны родные горы в голубой дымке. Настроение резко улучшается. Мухтар Джакишев стал жертвой каких-то межгосударственных интриг, которые абсолютно были в ущерб национальным интересам государства. Я считаю, что к нему предъявлены обвинения, они гроша ломаного не стоят. Я был свидетелем этих судебных процессов, как и вы. Я видел, что того обвинения, которого заслуживало, чтобы общество осудило Мухтара, этого нет. Это все было, извините, высосано из пальца, и в то же время тоже подчеркивает политическую составляющую этого процесса. Он не является таким ярым оппозиционером, который, как мы, критиковал бы власть, и, естественно, власть бы его за это не любила. Значит, корни лежат намного глубже. Думали, что юбилей будет что-то такое большое, что-то такое веселое, где позовут абсолютно всех друзей, всех родственников. И все будут гулять до упаду, веселиться. Потому что обычно наши семейные дни рождения были всегда знамениты тем, что у нас всегда были самые веселые празднования. В плане того, что дети всегда готовят выступления, музыкальные, потом песни, конкурсы. Предало правительство, его не предавала страна. Страну он до сих пор любит, людей он до сих пор любит, тем более иметь столько людей, которые его поддерживают, несмотря ни на что, да, и люди, которые ему просто вот никогда его не видели, никогда не встречали, но пишут ему такие письма, ему от этого очень приятно, и он, конечно, на народ или там на страну никакой обиды не имеет, и злобы тоже. Жалко, что дети растут без меня, и особенно сейчас, когда им так нужны взрослые советы, приходится делать это дистанционно. Жалко, что все наработки в атомной отрасли, которые были мною сделаны, не воплотились в новые производства, научные центры, учебные заведения. Будущее порождает мечты, настоящее способствует их воплощению или хоронит. К сожалению, это настоящее уничтожило будущие отрасли, и я опасаюсь уже навсегда.